Очень груз, Кэп! Отводите щейк, капитан! Взяли. На что я вам сдался? Капитан Кенвей, вовремя вы. Жду на борту. Поступим так. Торрес встретится с принцем, принесет часть награды, скажет остальное позже. Увидим мудреца. Вы приносите деньги и быстро уходите оттуда. Я буду за вами наблюдать. Нет, Кенвей, поступишь так, потеряешь доверие команды. Сделка с рабовладельцем, мне от этого тошно. Да брось ты. Получим мудреца, разбогатеем. Если только нас не опередит мастер Кит. Кит? Вот черт. Да он убьет его. Эдвард, какого черта ты тут забыл? Они приведут к мудрецу. Дождись, пока он появится. Мудрец здесь? Да. Нас прямо к нему. Черт с тобой. Я придержу свой клинок, но ненадолго. Сколько прошло с нашей последней встречи, сеньор принц? Год? Почти полтора. Впервые вы описали мне Робертса в ноябре 1715 года. Лошади Уэм. А, Сид. С тех пор много воды утекло. Я покинул пост, и никто не зовет меня губернатором. А, я не знал об этом. Кингстон много церквей.
Англичане наконец решили обращать своих рабов в христианство. Обращать? Боже упаси, Торрес! Таких глупцов здесь нет! Глупцов? Почему? Брать в рабство брата по вере грех, так ведь? А стало быть, возвысить душу животного до души человеческой все равно, что пригласить скотину за свой стол. Прошу меня извинить, но далеко ли еще? Почти пришли. Прими наказание, как человек! Зачем? Мне отказывали в праве быть человеком уже 30 лет! Ваш подход мне неприятен, принц. Все, кто думает и чувствует, заслуживают уважения. Эх вы, испанцы, соседство с маврами разбило вам... Оно не принесет хорошего дохода. Конечно, оно приносит доход здесь и сейчас. Если мы станем жертвами своего же успеха. Однако мы с вами уже не молоды и вряд ли заживем. Чему тревожишься? Весь день на беседы о рабах и их жалкой судьбе. Давайте завершим сделку и отпразднуем как друзья. Ради спасения души. Душа! Торрес, к чему нам тратить весь день на беседы о рабах и их жалкой судьбе? Давайте завершим сделку и отпразднуем как друзья. Я многое слышал о вас, сеньор. Вы ведь были губернатором Флориды. Си. Почти вся наша семья на службе короля и государства. Потомственные политики. Я тоже подумывал податься в политику. Но у меня слишком много денег, да и молод я для этого. А я слышал, принц, будто вы были с Генри Морганом в день, когда он грабил Панаму. В 71-м, кажется. Да, было дело. Но не стоит переоценивать размеры добычи в том сражении. Стычка была случайной и потребовала колоссальных затрат. Вскоре я принял решение вложить меч в ножны и заняться куда более безопасным и выгодным делом. Я стал торговцем. Вот он путь к богатству. Я предпочитаю покупать славу, сеньор, а не добывать ее с помощью оружия. Я уже устаю. Должно быть, мы близко.
Да, совсем. Мы должны быть на равных условиях. Я доверяю тамплиерам не больше, чем вы мне. Знал бы, что вы такая кокетка, принес бы вам букет цветов. А, и почему я соглашаюсь? Ради денег, пожалуй. Больших денег. Вы сказали, что пришли один, Торрес? Не один, но точно без товарища. Я взял билет на английский торговый бриг. Ну, пора. Нет. Дождемся мудреца. Здесь тихое место. Покажите деньги. Это лишь часть выкупа. Остальное рядом. Как-то неприятно продавать человека своей же расы, господин Торрес. Скажите, чем этот Робертс вам так насолил? Это что, проявление протестантского благочестия? Может, в другой раз. Что? В другой раз. Обойдитесь без слежки. Разберитесь! Ради высшей цели! Я был шанс, Кенуэй. Я за принцем. Кит, нет! Джим, стой! Ну нет, Кенуэй. Ну же, друг! Мы можем действовать вместе! У тебя был шанс. Не надо, Кит! Постой! Черт тебя подери, руки прочь от меня! Я не позволю тебе убить их, Кит! Мне нужен мудрец! Я неделю слежу за этой свиньей, и вдруг две цели вместо одной, а ты лишаешь меня обеих! Не суетись! Убить успеешь! Я найду мудреца. Ты поможешь мне взять принца. Понял? Понял?